В столице Среднего Урала сегодня провели уникальную операцию по замене тазобедренного сустава. Для этого ортопеды использовали инновационную технологию эндопротезирования. В чем она заключается и какие приносят результаты, узнавала Анастасия Горохова. В данный момент хирурги заменяют тазобедренный сустав пациента на усовершенствованный протез. Он меньше по размеру, а специальное покрытие позволяет быстрее адаптироваться в кости. Инновационная технология эндопротезирования позволит оперировать больных в раннем возрасте. Операция идет полным ходом. Вот эта резицированная удаленная головка, вы видите, она изменена, имеет отслойки хряща. Вот, то есть она не практически функционально вызывает сильную боль у пациента. В такой операции нуждаются люди с заболеваниями тазобедренного сустава. Первый пациент – 57-летний мужчина. Полтора года назад у него обнаружили аваскулярный некроз головки бедра. Он практически не мог передвигаться и стоять на месте. Уникальный протез позволит ему снова встать на ноги. Наша операция – достаточно серьезное травматичное вмешательство, которое требует определенной выдержки, терпения, потому что и бывает и волевой синдром, который постепенно уменьшается в течение нескольких дней, и это нужно перенести. Болезням тазобедренного сустава чаще подвержены люди старше 50 лет. Но со временем недуг распространился и на молодое поколение. С внедрением уникального протеза оперировать смогут и 20-летних пациентов, так как ножка протеза стала значительно меньше. Вот если посмотреть с тем, что мы раньше ставили, вот такую ножку, то сегодня вот она. Или удаляя проксимальную часть разрушенного бедра, головки бедра, разрабатываем и устанавливаем гораздо меньше ножку и удаляем гораздо меньше кости, чем в обычном. Вот, посмотрите, если сравнить. Протез состоит из трех частей – ножки, головки и впадины. Компонуется протез. Вот он будет выглядеть так, если посмотреть. Уже вот так, посмотрите. Стоит такая операция от 150 до 300 тысяч рублей, но заменить сустав уникальным протезом можно и бесплатно. В этом году за счет государства в Уральском научно-исследовательском институте имени Чаклина прооперируют 600 больных. В следующем планируют увеличить число до 1000. Только что закончилась первая в УРФУ операция по замене тазобедренного сустава на уникальный протез. Пациент чувствует себя хорошо, уже через пару дней он сможет встать на ноги. Анастасия Горохова, Вадим Шолохов, информационная программа «День», Екатеринбург.